I thought eventually I'll throw it open. I'm hoping we can have quite a nice, wide-ranging chat about the film. But just to get the ball rolling, I'll get things started. Andrey, tell me, because I gather that the basis of this film was originally going to be an English language project. Could you talk about how that came about and then how it shifted into a Russian language film? Ну вот как раз в этой книге довольно, хотя нет, не так довольно подробно, но ясная история создания и начало, что ли, рождения этого замысла. Английский продюсер Оливер Данги сделал такое лестное, волшебное предложение, значит, снять полнометражную картину. А надо иметь в виду, что это 2009 год, в России просто обрушилось все, и все продюсеры поджали хвосты, и был абсолютный штиль. Запустить проект было невозможно. So this is all fairly well described, or well, at least fairly clearly described in this book here. In 2009, when you must understand that everything had absolutely collapsed in Russia, I received a wonderful, very flattering request to make a feature film from an English producer, Oliver Dungy. И вдруг приходит предложение, a proposal for AZ, то есть непосредственно ко мне, на просто в замечательном русском языке, предложение о 7 миллионах, бюджете в 7 миллионов долларов и запуске полнометражного проекта на тему апокалипсис. And so I received this proposal for AZ, it's aimed directly at me, written in wonderful Russian, which offered a budget of $7 million for making a feature-length film on the theme of the apocalypse. Разумеется, мы согласились. And of course we agreed. Мы взялись за то, чтобы размышлять месяц, может быть, или полтора с моим другом и соавтором Олегом Некиным. Думали, что бы это могло быть. Очень скоро пришли к тому, что это, конечно, не фильм-катастрофа или что-нибудь такое грандиозное со всеми заглавными буквами «Апокалипсис». Мы пришли к очень скромному проекту, к очень скромной идее. Маленькая, совсем скромная история, локальная семья, два человека. So we set about thinking with my co-author on this, the scriptwriter Oleg Negin, how we would make this film. We were thinking and we very quickly came to the idea that this wouldn't be a grandiose film about catastrophe with apocalypsis in capital letters, but it would be a very local, personal story about two people in a family. То, что меня удивляет сейчас и удивляло в тот момент, когда мы отказались все-таки от англоязычного проекта и вернули сценарий на родину и сняли фильм на русском языке и в пределах, что называется, российских, так это то, что практически мы не изменили, ну, практически ни одного слова в сценарии, хотя написан он был, ясное дело, на русском языке, но мы предполагали просто перевести его на английский. What surprised me then and continues to surprise me now is that when we no longer worked in this English language project but brought this project back home and shot it within Russia, that even though the script was written in Russian first, but it was written for this English project, not a single word changed. Я не буду рассказывать все детали, почему мы не поняли друг друга, но так случилось, к сожалению, потому что Оливер прекрасный малый, но как-то вот не сложилось у нас отношения. I'm not going to go into every detail of why we didn't quite see eye to eye. Oliver's a great guy, but we just couldn't quite work it out together, and we took the project back. И признаюсь, я счастлив, что он вернулся на родину, потому что все-таки, ну, значительно лучше знаю контекст, чем если бы это был англоязычный проект. Для меня это было бы как, знаете, такое общение с актерами, с персонажами. Было бы как бы за стеклом, такие, знаешь, как в аквариуме, рыбы смотрели бы друг на друга и только бы доверяли. Может быть, это правда. So I must say I'm very glad that we brought it back to Russia, because I know that context so much better. If we had been shooting it in Britain, it would have been a lot like we were kind of seeing it through glass, through an aquarium, and people just had to kind of trust me that I was getting it right. But you're still keen, I think, to maintain its kind of universal resonance rather than making a specific statement about kind of the breakdown of Russian society in particular. You wanted it to have a kind of wider, more global, perhaps more global remit in a way than some of your other work. Не знаю, в отличие или нет, это надо отдельно о них говорить. Что касается Елены, мне кажется, это абсолютно универсальная история, без сомнений.
Я недаром подчеркнул, что текст практически не изменился. Мы знали, что здесь есть драматургические узлы, ну, один как минимум, который требовал бы какого-то знания социального контекста, культурного контекста. Если бы это был англоязычный проект, нам нужно было бы что-то решить с моментом, когда вот этим коррупционным, что ли, моментом, когда можно купить, значит, службу в армии. То есть выкупить право, то есть, короче говоря, освободить от армии парня или купить место в институте. Такое возможно только... I don't know how universal it is compared to the other films. We'll have to talk about those films in particular. As I said, I was very pleased that we didn't have to change a single word from the version we had for the English language. There was one particular kind of dramaturgical moment that we think would have been quite difficult to work out in the English language context. That was this moment of buying him out of the army, and we don't know how we would have made that work in a context outside of Russia, maybe, which is the only place where it may be possible. Во всем остальном, мне кажется, абсолютно понятная всем история. And then everything else is completely universal and understandable to everyone. That did seem quite specific. That the you know, yeah, absolutely. And that, it predates the you know, obviously the recent and terrible situation there in quite an interesting way, doesn't it? Am I correct in that 2011 is before the invasion? Я не могу, я бы не сказал, то есть, скажем так, нет, ну да, после 12-го года такая история была бы невозможна, вы хотите сказать? Нет, я думаю, что это вечная история. Она могла быть когда угодно. Пьеса, есть у Максима Горького пьеса «Вас, Железного». То есть это вообще вечный сюжет. Убийство, корысть, я не знаю, жажда взять свое и так далее. Это присуще человеку от шекспировских времен и более древние сюжеты и так далее. Я думаю, что это всегда будет. Так что я не вижу здесь никакой актуальности. I don't see anything. С политикой я бы здесь это никак не увязал. I wouldn't link it with politics. I don't see anything particularly linked to a particular time about this. I think it's an eternal story about greed, about desire for money, that is equally applicable from the time of Shakespeare onwards and will continue to be applicable in the future. In fact, beyond before Shakespeare, we could go right back to Greek tragedy. You know, Clytemnestra, there's a certain kind of mythical resonance to the wife killing the husband. Yes. Yes, sir. Now let's talk about the kind of construction of the film and the framing, because it's one of your most rigorously composed movies, I feel. I'd like to know, in fact, some of the compositions are so specific. For instance, when she administers the pills, to try and kill him. Obviously, we don't see her face or the top half of her at all. So we're responding, we're witnessing her nerves by looking at her hand on her lower part of her leg. I'm curious to know, when you're blocking out those scenes, do you have that very much in mind before the scene is being shot, or do you actually experiment with different ways of shooting each sequence? Мы очень долго готовимся к фильму, то есть подготовительный период довольно продолжительный, может достигать и года, и более. Поэтому за год подготовки к первому съемочному дню, за этот год можно, конечно, придумать все. Мы стараемся, что называется, в уме уложить мизансцены, решения некоторые, композиционные и так далее, и так далее. Our preparatory period is very long, up to a year, and we try and work out everything beforehand. So all these mise-en-scenes are worked out before we get to the first day of shooting. Скажем, например, для примера, вот то, что вы видите, квартира Владимира, это не интерьер, это декорация, построенная в павильоне, в том числе и с законным пространством, это все выстроено в павильоне. So, for instance, what you see in Vladimir's flat, that's not on location, that's all a set made on a soundstage, even the parts of it that are outside. Еще в замысле, когда мы собирали, что называется, мизансцены и решения визуальные этого фильма, ясно было очень скоро, что вот этот эпизод, который превратился в один цельный план, когда она сжигает черновик завещания, когда она отравила его. То есть вся эта сцена решена одним кадром.
Я помню наш разговор с художником-постановщиком. Я попросил его сделать таким пространство, чтобы можно было минимально, совершая движение камеры, увидеть все пространства. То есть, по сути, декорация дома, квартиры, интерьера павильон, интерьера квартиры Владимира представляет собой театральную сцену. Все пространства, кухня, комната Елены, ванная комната, коридоры, спальня Владимира, все они тебе открыты. It was immediately clear from me, when we're conceptualizing this film that this particular scene would have to be would be shot in one take, and that we knew that we'd have to create this set in such a way that it could be shot in one take, where you'd be able to go the scene where she administers this and then burns the draft of the will. So we knew that we were talking to the Andrey. Working with and Andrey, the artist, that he'd have to design it in such a way that we would be able to shoot it, so you could see the bedroom, the bathroom, Vladimir's room, and so on. То есть возможность придумать фильм за столом. So we have this ability to think up the whole film, you know, beforehand. Ставит тебя в ситуацию, когда не пространство диктует тебе, как ты можешь это снять, а ты создаешь пространство под те необходимые решения. So that the space isn't dictating how you shoot, but you create the space in which you shoot. Gotcha, yeah. It does feel very kind of rigorously pre-planned in that way. But there are moments that don't stick to the kind of strict narrative, if you like. There's some stray tangential moments that are very interesting, I think. For instance, the sequence with the nurse making up the bed after he's left the hospital and going to open the window, which, you know, many films would not bother with such a sequence. And I'm curious about those little touches and what your intent was in introducing those additional characters. Мне по-прежнему нравится этот эпизод. Он часто вызывает вопросы у зала, именно в таком контексте, что, дескать, что, на чем он сообщает. Не знаю, почему он не сообщает аудитории, мало кому сообщает чего бы то ни было. Мне он сообщает такую тонкую, что ли, вещь. Вот пространство, вот в этой комнате, вот на этих простынях, вот глядя в это окно. Некоторое время жил здесь человек. И вот этого человека нет. Он уходит. И пространство освобождается для нового. И вот эти состояния, они невыразимы словом. Если бы кто-то сказал, вот ушел, вот уехал от нас, значит, еще один постоялец. Грустно как. Эти слова превращены в состояние, в какие-то созерцательные такие ощущения, печальные, что ли, такие. I really like the scene, I continue to like it, and it's very rare that it doesn't sort of cause people to think, and then causes lots of different reactions in people. What it causes in me is this feeling that you know, this is the sheets on which he lay. This is he was looking out of these windows, and that he is now gone. This man, but the space remains, and the space remains waiting for someone else to come and fill it. And that I feel that this is a more eloquent way of putting it than if you had someone like saying, "Oh no, one of our you know regulars has gone now. Oh, it will probably be someone else along in a minute." You know? Она так замечательно перестилает простынь. She sort of threw that sheet out so well. It was really beautiful. Yeah. Это красиво, да. It's beautiful. И к тому же нам очень повезло. В одном из дублей, конечно, мы не могли этого заказать. В одном из дублей солнце ушло за облако, так потемнело. И в этом же дубле солнце вернулось. We were very lucky that in one of the takes the sun went behind the clouds. It was completely accidental and then came out again. So было ясно, что это тот самый наш дубль. And so yeah, that was the take. Который войдет в фильм. Which we used in the film. Just one last one for me before we throw it open. Hopefully other people have got some questions. The theme of religion and money and the linkage between those two subjects, which you very much expand on in Leviathan, I think. Appears in the scene where she goes to the church, obviously, and you see the kind of transaction going on. I was wondering, would you like to just expand on that theme and how you think it connects with the, if you like, the apocalyptic theme that you have as the overall kind of arc of the story? Я бы не ставил в зависимость религию от денег и деньги от религии, хотя они неразрывны, конечно. I wouldn't say that, you know, religion depends on money off religion, of course, though of course they are intertwined. Ну, что касается Елены, это совершенно отдельные
отдельные, что ли, элементы. Здесь как раз я не вижу связи. Здесь в Елене, мне кажется, очень важным было подчеркнуть эту идею, идею о том, что ясное дело, что ни твои слова, ни твои намерения, ни твои отправления культа свидетельствуют о том, что ты в этой связи с ним, а твои дела. В данном случае просто очевидно, что Елена такой чистой воды язычник, который совершенно не понимает, что для нее то пространство, в которое она входит, когда она приходит в храм. So I don't really see the link between the money and religion being something that's emphasized a great deal in Yelena. What I think the scene with the church does is shows that obviously what determines your relationship with God is not your intentions or your words, but your actions. And in this moment when Yelena is in the church, she is absolutely 100% a pagan who has no idea really what she's doing in this space. Fantastic. Thank you. Now, please, everyone else. Right, there's someone right over there at the back. Yes, do wait for the mic, sorry. Sorry, hello. yes, I've got two questions that are linked, if you don't mind. Can I ask both of them? My first one, I'm musically trained, and I'm quite interested in the way you use the sound. You have classical music, then brutal insertion of pop music, then you have nature, the sounds of nature, the sounds of people. If any particular, because you've just mentioned, to me, you're talking about your cinema being, you have ambition to be universalist in your message. That's what I understood. Am I right? That's what you want. You think that your message is universalist, your story is. Am I right? And my question comes. Is that your first question? Ответить на него. No. So am I? Did I understand right? Я не знаю, является ли это амбицией быть универсальным. Это просто естественный ход вещей. Вот, собственно, и все. I don't think it's necessarily an ambition to be universal. It's just how things naturally go. В том самом смысле, что история, которую вы увидели сегодня, она могла случиться где угодно, и это я осознаю. И, что называется, ну, как бы трудно с этим поспорить. Нельзя сказать, что такое могло случиться только в России и только там в 2011 году. Вот из этих соображений я говорю, когда и пользуясь, что ли, опытом общения с аудиторией в Америке, в Латинской Америке, в Северной или в Европе где-то, я вижу, что люди прекрасно понимают, что эта история могла случиться где угодно. So when I say it's universal, what I'm saying is that I'm recognizing that the events that take place in this film could happen anywhere, and not just in Russia, and not just in 2011. And this is something that's been supported by my communication with audiences in America and Latin America, who are very readily accept that this could happen anywhere. Что касается музыки, я не понял. And maybe you could just ask the question again about the music. Well, about you have the insertions of music. You have also the insertions of the sounds of nature. I'm particularly interested in why there's the sound of crow, yes, the birds, which have a different meanings according to where you are in Europe. For example, you know, I'm French. In England, they have a particular meaning. In London, and in Germany, they have another meaning. Maybe they have another one in Russia. So is that what you're using there, what you're doing? So to me, there's a pagan thing in there, mm-hmm. in using mm-hmm. the sounds as you do, because there's always recalling nature, which for me is a very Russian thing. Mm-hmm. I haven't asked my question, but my last... Я прошу прощения за выражение лица, оно только значит, что надо подумать. I just say I'm sorry for the expression, it just means I have to think about this. Подумать по ходу ответа. Я попробую. I'll try and think as I answer. Понятное дело, что вороны, каркающие вороны или в кадре находящиеся, конечно, они как символическая фигура, без сомнения, у всех у нас есть эта ассоциация, это всегда рядом с какими-то инфернальными силами, силами зла и так далее. Это символика уже классического, что ли, толка. Это известно. Of course, the cawing of crows is something that I think with everyone is evocative of some link with kind of infernal powers, this idea. Можно прочесть это как предзнаменование каких-то
страшных событий. Это можно и так прочесть. As you can read it perhaps as something that's a premonition of some terrible events or something. Только хочу сказать, что менее всего, вот в случае с фильмом «Елена» у меня было желание как-то нагружать символическими фигурами картину менее всего. I've got to say, of all my films, Elena was the one that I least of all wanted to load up with kind of symbolic meanings. Мы доводили сценарий до, что называется, до окончательного состояния. Их было четыре версии. Кстати говоря, здесь в книжке одна из предыдущих версий концовки. Концовка здесь совершенно другая, чем на экране. Одна из версий. Вот. Так вот, мы чистили этот сценарий в студии на Арбате, на Старом Арбате. Во дворе у нас каркали вороны так, что они просто невольно вошли в картину. So there were four versions of the script, and we went through it at different times. Incidentally, that in this book there's a version of the script which has a different ending to the one in the film. And the place where we kind of refined this script was in a studio on the old Arbat in central Moscow. And in the courtyard there, there were these cawing crows, and so they just forced their way into the script. Right, perhaps a non-bird song related question from somewhere else. Yeah, we'll go here, and then we'll come here. I just wanted to congratulate you also on a beautifully realized film. Also, I was very sensitive to how beautiful the sound mix of the film was at every level, and I think that contributes a great deal to the sense of impending disaster or apocalypse. I was curious about the spare use of music, the Philip Glass, so that I think you used the music only four times in the film, and it was the same piece of music each time, which I think contributes greatly to this sense of doom. At any moment in the film, I was expecting something terrible to happen, and perhaps at the very last frame, when it cuts to black, something terrible is about to happen. Ага, да. Сейчас yeah. попробую ответить. Yeah, I'm just going to try and reply. Конечно, конечно. Соглашусь с тем, что когда на 12-й минуте истории, в которой, кажется, в общем, ничего не предвещает каких-то страшных событий, на 12-й минуте картины, как раз когда Елена едет, значит, в свое вот это Подмосковье, к своему сыну, вдруг начинает звучать тревожная музыка. Она обещает что-то. И вот от этого контрапункта, от того, что ничего вроде не происходит, просто диалоги, споры, ну, о каком-то пустяке, там, дашь деньги, не дашь, ничего не предвещают, но внутри зреет ощущение такой надвигающейся бури. Именно это, в общем-то, задача, так, как, скажем так, и стояла. I agree that there are these moments where, for instance, in the 12th moment when she's going... Yeah, when she's going to her family, and that it seems as if there's nothing's happening, and then this music, which seems to be very portentous of something coming, comes on, and you realize that there's this kind of contrapuntal moment between what you see on screen and people's very kind of ordinary, unpromising conversations in terms of doom. They are contrasted with it, with this music. Это третья часть третьей симфонии Филиппа Гласса. Я ее совершенно случайно услышал в момент, когда мы работали над сценарием. Я подумал, что это точно кинематографическая музыка, и очень может быть, что из нашего фильма. И у меня была только надежда, что он ляжет трек на те места, которые я для себя определил как дорога Елены, дорога Владимира и вторая дорога Елены. Вот в этих трех частях как раз и лежит этот фрагмент. Этот фрагмент, если развивать его дальше, где-то после 2.5 минут, он уже серьезно забирает, и там уже выйти из этой музыки было нельзя. И мне казалось очень важным как бы трижды еще раз, как так почти тавтологично повторять одно и то же, с тем, чтобы в финале только разрешить это, как бы сказать, развить ее и доиграть до конца уже на финальных титрах. So it's the third movement of Philip Glass's third symphony, which I heard completely by accident, and I knew immediately that it was right for our film, and I really hoped that that track would lay on top of those three scenes for which I thought it would work, which was Yelena's road, Vladimir's road, and then Yelena's road again. If you listen through to this piece of music, you will hear that it lasts, that after 2.5 minutes, it comes to a sort of more of a climax from which you can't then get out. And so I wanted to play with this idea with the music that it builds up to something three times, then only at the end do we finally take it through to its climax.
Когда уже в монтаже было окончательно ясно, что это только эта музыка, что она срослась с этим изображением. Представьте себе мое положение, когда мы написали письмо Филиппу Глассу и спросили у него, можем ли мы воспользоваться этой музыкой. И нам ответил его агент, сказал, зачем вам старая музыка Филиппа, давайте он напишет вам новую. So can you imagine how it felt that when we'd finally put this music with the image and that it all worked perfectly and that we wrote a letter to Philip Glass asking to use the music and then we got a letter back saying, why do you want this old music? Philip can write some new one for you. Представь себе, что можно ответить, когда тебе предлагают невероятное. What can you reply when you get this incredible offer? Но было понятно, что нужен именно этот фрагмент и... И мы решили, что будем сотрудничать над будущим проектом и так далее. But we knew that we wanted just this fragment of music and that we'd maybe work together on some future project. Right, we'll come over here and then we'll move forward. Thanks. Здравствуйте, Андрей. Очень приятно видеть вас и ваши фильмы в Лондоне. У меня такой вопрос. Мне интересно, как у вас проходит процесс репетиции с актерами, особенно учитывая ваш предыдущий опыт на театральной сцене. То есть, насколько это коллаборативный процесс, насколько вы знаете заранее во время написания сценариев, как будет, собственно, проходить развитие персонажей и так далее. Hello, Andrey, very nice to see you. Thank you for coming to London and very nice to see your film here. I'd like to ask a question about the rehearsals with actors, particularly taking into account your previous experience on the stage. How do you work with rehearsals and how collaborative is it in working through the development of the characters? Но я думаю, что мало чем отличается процесс от театрального, репетиционного и процесса создания роли, мало чем, только интенсивностью работы, потому что в кино ты не можешь репетировать два месяца. Это просто невозможно. I think it differs from theatrical rehearsals mainly in the fact that it's a much more intense process. You don't have the time to rehearse for two months in cinema. Можно сказать, что сложные, одну какую-нибудь сложную сцену персонажа и легкую, две, берешь за основу и с ними делаешь пробы. И вот в этих пробах, в процессе репетиции, может быть, даже что-то меняешь в тексте и так далее, и находишь это звучание, что ли, этого эпизода с актером, и находишь актера благодаря этому. So you normally take one easy scene and one difficult scene and you use them for the screen tests and then you work together with the actor in developing that. Maybe you change the text a bit and you use that and just see what the resonance of the character is working with the actor. А дальнейшая работа в кино связана с чем? Скажем так, у тебя очень много съемочных дней. В течение съемочного дня ты стараешься решить только один эпизод. Если он длится полторы минуты, ты 12-14 часов работая на площадке в этот день, уж за это время ты точно добьешься результата от небольшого фрагмента. К тому же актеры ответственно относятся, естественно, они учат, готовятся, учат текст и готовятся к сцене. So you have only a limited number of shooting days and you work on a particular fragment, maybe if it's you know, 1.5 minutes, you work on it for 12-13 hours, which means you have time where you're working with the actors on that fragment and of course they've read the text and they've been preparing for that moment. Актер не должен знать замысла. The actor shouldn't know the whole conception of the film. От актера требуется одно в эти полторы минуты экранного времени, которым мы заняты целый день. From the actor, you just need those one and a half minutes that we're busy with all day. Вот в той самой коллаборации совместно найти идеальное звучание этой сцены и максимум, что от него требуется, быть абсолютно естественным, живым, легким и одним словом, так, чтобы можно было сказать, как Константин Сергеевич говорил, верю. And so what you want from them is just the maximum of the in this 1.5 minutes that they will be alive and light and that they can bring you all that naturalness so that if Константин Сергеевич Станиславский was in the audience, he would be able to say, I believe in that. Thanks. Yes, please. If you could pass that just 4-3 rows. A priest once taught me that the word apocalypse is actually a positive word, not a negative word. It's a Greek word having to do with the unveiling of a bride on her wedding day. And the idea is that at the end of time, all truth will be unveiled, all things will be set right like a wedding, and that's how the Bible likens it. This also bounces off of your question on religion and money and Russia. The British Film Institute is doing
a screening festival of Andrei Tarkovsky's films, and he got into trouble with Soviet authorities because he presented faith in such a positive and open way in his films as something necessary. And so my question for this Andrei is, he reflects a lot of what the reality of the situation of Russian society, of modern society is, but he never really dives into what could be the potential for solutions or like a hope for a way out. They just sort of end on a very negative note. And so my question for him would be, what does he think needs to happen in Russia in particular, et cetera, for, yeah. I love your question, thank you so much. Yeah. Great question. Мне кажется, достаточно фильмов, в которых выход намечен и даже явлен, очевидно, что, скажем, такой подход с отсутствием надежды, как вы говорите, и позитивного выхода, что ли, ну не хэппи-энда, а какого-то света в конце тоннеля, таких фильмов, в общем, не так много. Так что для равновесия, мне кажется, было бы правильно и этому, что называется, существовать, этому мировидению. So I think there are plenty of films which do have a kind of positive solution to a situation, or you know, the end with have some light at the end of the tunnel, or hope, as you said. So I think that there's enough of those films that, for the sake of balance, that we're allowed to have some of these films, which perhaps are what you would characterize as a more negative worldview. Я придерживаюсь позиции, что I maintain the position that. Надежда или хэппи-энд, который подарен зрителю здесь, еще в зале, до наступления финальных титров, есть некий обман. Обман и усыпление бдительности зрителя. Надежда, как я говорю, должна жить все-таки в сердце в твоем, самостоятельно, не поддерживаемая ничем, кроме твоей собственной внутренней работы. И если создатель фильма не видит возможности выхода, как это, скажем, в фильме, который здесь будет показан послезавтра, в «Левиафане», в чем очень многие меня обвиняют, что уж совсем темная история, вот, то если автор этого не видит, то будет лукавством подменить как бы свое настоящее видение ситуации какой-то такой картонной, спасительной надеждой. So I think often that a happy ending at the end of a film or some kind of hope is it's a deception or it's a kind of loss of vigilance on the part of the viewer, and that there are times when that the filmmaker, as we'll see in tomorrow's film, which I'm often accused of being very, very negative in this, that if you insert this kind of moment of hope, that you're it's really only going to be a kind of cardboard plastic version of hope, and that it's your obligation not to do so. Скажем так, пока я придерживаюсь идеи, что открытый финал, который оставляет тебя в неразрешенном состоянии, он заставляет зрителя думать о том, что он увидел, и искать ответы. Закрытый финал, который дарит тебе успокоение, утешение, он как бы тебя кутает в твою шаль, в пальтишко, ты выходишь, идешь на... Где тут... Где мы находимся, не знаю. Выходишь на какую-то там прекрасную улицу, на Piccadilly Circus, и забываешь совершенно о том, что ты увидел. So I really stick by the position that an open ending, which is sort of open end I'll give, is something that forces you to think. Whereas a closed ending, it just sort of wraps you up very nicely in your coat and your scarf and then sends you off on your way into Piccadilly Circus without really thinking about this. Апокалипсис в переводе означает... Откровение. Yeah, as you're right, the apocalypse means, you know, the revelation, opening. Откровение о человеке. The, you know, a discovery about каких-то people. Таких глубин, бездн discovering души. Depths, abysses of the soul. То есть, когда ты имеешь дело с правдой о самом себе, скажем так, по заветам Федора Михайловича Достоевского, роешь в самую глубину, в самое дно, туда, в омут человеческой души, и там обнаруживаешь самого себя. Вот это и есть откровение о самом себе. So it's about, you know, when you're dealing with truth, finding truth, you following in the footsteps of Fyodor Mikhailovich Dostoevsky, you go deep into the kind of the abyss, into the murk, and it's there that you find the truth about humanity.
just briefly following on from that, perhaps, it's hard to think of a film about apocalypse, if you like, if we want to choose that as a subject, which ends on such an image of material comfort, I suppose. Can you think of any? Can you think of any in the history of movies? Other than your own film? Other than your own film, is it completely unique, do you think? Я не знаю. Я не видел. Я думаю, что фильмов там 7-10 тысяч фильмов в год в мире снимается. Всех посмотреть, конечно, невозможно. Просто я не могу похвастать тем, что я прилежный зритель. Так что наверняка что-нибудь подобное есть. Но я хочу сказать следующее, что вот так легко сказать, как я, собственно, сам начал нашу встречу, что это фильм об апокалипсисе, это слишком сильное заявление. Могу сказать, что апокалипсис — это было предложение продюсера, а дальше ты уже просто забываешь об этом семени, оно растворяется, и ты снимаешь фильм о чем-то своем. So, I mean, obviously, like 7,000 to 10,000 films released every year. I can't watch them all, so I wouldn't want to boast that, you know, I've got something unique in my film. But I'd like to underline the fact, and then maybe I misrepresented this in what I first said, that this is a film about the apocalypse. That, you know, that is the kind of seed of the idea, and then you move forward, and then that sort of seed kind of gradually becomes lost as you develop. It transformed into a sort of a film about the moral fabric of society breaking down. Perhaps, I mean, that seems to be where you're going with the big fight sequence in the dark when the power cut happens. I wonder if that is that a kind of apter way to describe it, moral fabric of society collapsing. Я не знаю, как работает ли это вот в переводе, что ли, но для нас конец света это отчасти, если играть в слова, может означать просто погас свет. Поэтому эта метафора, что ли, она работает так. Она намекает русскому уху или русскому глазу о том, что, ух, похоже на конец света. Темнота постигла нас всех, значит, накрыла. Вот. Okay, translated as side note. The word for earth and the word for light in Russian is the same. So when it says the end of the light, it's easily to the Russian ear immediately sounds like oh the end of the world, and the idea of like darkness falling is very easily read. Свет для нас как Божий свет, свет. То есть это множественные значения, и в частности такие. Я, честно говоря, в такой темп, только в Британии можно ощутить такой невероятный темп вопросов, ответов и перевода. Я, честно говоря, теряюсь. Мне нужно какое-то время немножко, знаете, так подумать. Но, признаюсь честно, я не очень понял в целом вопрос. Я так как-то убежал от него, ответив про конец света. А сути вопроса я не услышал. He says that I'm not used to this kind of tempo of question translation that happens in Britain, and then he'd like to you know think a bit more at length, and that he feels that he's kind of slightly avoided your question because he didn't quite fully understand it. It was pretty. Нейронные связи у этих двух британцев работают просто как часы. He says the kind of links of the neurons of these two British guys just works like a clockwork, you see. That's really not the case with me. Any final questions before we wrap it up? We'll just go towards the back, this lady. If you wouldn't mind, just up towards the back. This lady who's standing. Is the mic? Where is the mic? Oh, great. Здравствуйте, спасибо вам за ваше творчество. А вопрос такой. Вот вы сказали, что фильм очень универсальный, такая история могла бы произойти где угодно, это так, но средства, которыми вы это показываете, вот, которые вы используете в фильме, очень русские. Очень много типично русских шуток, каких-то моментов, которые кажутся родными русскому человеку. Допустим, когда жена закрывает ему телевизор, он говорит, ты ж непрозрачная, что ты тут стала? Или какие-то другие моменты. Или российские телепередачи. И многие из этих вещей не переведены даже в субтитрах. Или если переведены, то шутка как бы получается другая. И вот я, как поклонник вашего творчества, когда смотрю фильмы с субтитрами, я испытываю некоторую досаду, что невозможно
перевести вот именно такие вещи, это в принципе нереально. Вот испытываете ли вы такие же чувства? Если нет, то почему? Если да, как вы с этим справляетесь? So the question is, I think that you know, I thank you very much for your work, which I greatly admire. And you said that the film is very universal; it could happen anywhere. However, the medium in which the film takes place is very Russian. It seems Russian. It's full of Russian jokes. You know, sort of saying like someone standing in front of the TV saying, "You're not see-through," which, side note, is not just a Russian thing. And like when I'm watching your films, which I admire so much, and I watch them with subtitles, I see in them, I feel some sense of annoyance because there's so much that can't be translated. And do you feel something similar when you watch them? Oh, да. Yes. Поэзия, как говорят, непереводима, поэтому эта игра слов, ты непрозрачная, наверное, вряд ли сыграет в переводе, наверное, потому что она еще вошла в плоть, что ли, нашего. Обихода, да? Я говорю о русском языке и так далее. So poetry, as they say, is not translatable. So I mean, I feel that's absolutely right that, you know, things like that, these plays with words, can't be transmitted into another language somehow. Возможно, поэтому переводчики не перевели этого, хотя я не знаю, перевели или нет. Я люблю очень Beatles, например, но к счастью, я не знаю, о чем они поют. So maybe that's why the translator translated that in the film or not. I don't know. You know. Me, I love the Beatles, but I don't know what they're singing about. Very finely, just to lighten the tone at the end. The sausage scene. Yeah, ответил на ваш вопрос. Сосаж scene. Did I answer your question? Is that answered? No. The sausage scene. Did you stumble across this? Did you actually script it? Where did that come from? It's brilliant. It's the funniest thing in the film. Колбаса. А колбаса переведена? Yeah, правильно. Ну вот этот эпизод с телевизором переведен, yeah, да? Yeah, it's translated. Yeah. Мне казалось, что не весь телевизор, то есть мне казалось, что весь телевизор переведен. Is all the TV scenes translated? На мое счастье, я действительно не знаю языка, поэтому я не могу оценить субтитров. I don't know English, so I can't judge the quality of the subtitles. Думаю, что я бы негодовал, конечно. Но хочу сказать, что перевести все совершенно невозможно, и даже есть такая, что называется, общая форма, что ли, работы с субтитрами. Текст, как правило, сокращается. So always when people are writing subtitles, they always reduce the length of them anyway. Но я хочу еще одну деталь. Значит, вот я сказал, что текст не переписывался, но, разумеется, какие-то моменты появлялись уже, поскольку мы снимали кино в России, и во время репетиции появлялись какие-то реплики, вроде той, о которой вы сказали, но и одна, например, из них ушла из текста, когда стало понятно, что это будет не английское, не англоязычный проект, а русскоязычный. And so, There were things that we added to the script when we were rehearsing in Russia, of course, lines that came in. But there was one line that we had in the original English language version that came out when it was in the Russian version. Я приведу этот пример. And raising this example. Когда Владимир с Еленой сидят за столом, он говорит, какие планы у тебя на сегодня? When they're sitting at the table, Владимир и Елена, and he says, "What are your plans for today?" Она говорит, я буду убираться, вот, несколько уборка по дому. I'm just going to be sort of cleaning up around the house. Хорошо, он говорит. А у меня спортзал. And he says, fine, you know, I'm going to the gym. Она говорит, я знаю. And she says, I know. В русской версии здесь точка. В англоязычной предполагаемое было продолжение. Он говорил, я знаю, что ты знаешь. And in the English version, he was going to say, I know that you know. Твоя, как-то вот забыл, вылетело слово. Твоя, как сказать? В общем, забыл слово совершенно. I've forgotten the word. Ну, в общем, что-то твое безупречно. Your something is мы решили, что beyond это очень, reproach. Очень как-то строго, как-то очень по-протестански. We thought it felt very Protestant, we thought. We unfortunately have to wrap it up there. I hope I'm not the only one in the room who thinks it's a magnificent film, really one of the best films of the decade, to be honest with you. And I'd like to thank Andrey for his time, and thank you all for coming out tonight as well. But please thank him. Yeah. And this book is outside. Thank you. Спасибо.